Один выходной после завершения регулярного сезона, и Салават Юлаев снова на льду. Времени отдыхать и расслабляться нет. Уже завтра команда отправляется в Казань, где 22 и 24 февраля проведет первые матчи плей-офф против казанского Акбарса. Я смотрел последние матчи Акбарса и увидел значительные изменения в тактическом построении команды соперников. И сегодня мы попробовали тоже это дело подготовить. Ну а в целом, действительно, мы с Акбарсом играли много матчей в прошлом сезоне, в этом сезоне. Ребята знают друг друга, знают возможности друг друга. Здесь очень важно состояние здоровья, психика, ментальная подготовка и функциональная готовность. Я думаю, по всем компонентам мы сейчас готовы. Главная новость сегодняшней тренировки – возвращение Линуса Умарка. Лучший бомбардир команды получил травму 29 января и пропустил 4 матча. Сегодня утром он вернулся в Уфу из Швеции, немного поспал и впервые за последние 3 недели вышел на лед. Я смотрел матчи по телевизору. Против Казани была отличная победа. Она была нужна нам, чтобы попасть в плей-офф. И хотя перед последней игрой мы уже обеспечили себе место там, все равно важно было отправляться в плей-офф с 2 победами подряд. Мы рады, что снова будем играть с Казанью. Это всегда интересные матчи и хорошая атмосфера. Степан Хрипунов и Денис Бодров тренировались на льду вместе со всеми. Говорить о возвращении остальных травмированных игроков пока не приходится. Но до первых матчей есть еще немного времени. В Уфе Салават Юлаев и Акбарс сыграют 26 и 28 февраля. Билеты в продаже на нашем официальном сайте в режиме онлайн.